Фальшивые миллионы. Автоинспекторы совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ накануне вечером задержали на въезде в Волгоград фуру, в которой был спрятан пакет с 5000-ными купюрами, имеющими признаки подделки. КАМАЗ, остановленный на Городищенском посту, перевозил из Москвы в Дагестан подержанные иномарки. При досмотре на втором ярусе прицепа большегруза под сиденьем Мерседеса сотрудники ДПС обнаружили полиэтиленовый пакет. В нем находилось 9 пачек 5000-ных купюр на общую сумму около 4,5 миллионов рублей. При проверке данных денежных купюр были установлены совпадения номерных знаков, то есть одинаковые купюры были, имели купюры одинаковые знаки и отсутствовали защитные водяные знаки, вызывали сомнения в подлинности. На вопросы стражи порядка водитель автовоза отвечал, что деньги не его. В Москве, мол, попросили перевезти. Он сказал, в Дагестане придет, пацан заберет. В Дагестане? Да. В каком городе? В Махачкале прямо. Что он вам для этого дал? Сверток? Ничего. По данному факту проводится проверка.